Экономить на тепле реально. Главное – использовать правильное оборудование. В этом уверены сотрудники компании «Термотроник» и «Этонэнерго». На выставке они представили современные термосчетчики, датчики, расходомеры, тепловычислители, регуляторы температуры и давления нового поколения. Именно они помогут жильцам дома платить за фактическое потребление тепла, а не по привычным средним значениям. В нашем случае прибор обмануть практически невозможно. Ну, по крайней мере, до этого еще не было прецедента. Основные модули, они все спрятаны в отдельных блоках. То есть здесь только модуль подключения. Приборы показывают всю информацию на экране. То есть таким образом инспектор, либо житель, придя в подвал или на узел учета, может увидеть, какие калибровочные коэффициенты, какие настроечные, сколько объем он уже посчитал. Далее информация поступает на вычислитель, который формирует отчет. Но учитывать потребление тепла – это полдела. Нужно еще и грамотное регулирование. Ведь если дом перетапливается, то жителям приходится платить за ненужное тепло. Деньги буквально вылетают в открытые форточки. Именно регулирующее оборудование и оборудование по учету дает желаемый результат не только для конечного потребителя, то есть для жильцов, но и для теплоснабжающей организации. Поскольку оборудование работает в автоматическом режиме, то реагирует соответственно на все изменения как вне, то есть на наши природные условия температурные, также и на температуру внутри наших помещений. Соответственно, дает возможность нам комфортно жить, работать, при этом экономить наши средства. Приобрести и заказать данное оборудование можно у представителей в Чебоксарах по адресу: улица Энгельса, дом 40, ООО «Горис». Специалисты помогут не только подобрать правильное оборудование, но и смонтировать его, а в дальнейшем и обслуживать.